еще в Трудовом появляется наконец-то прекрасная общественно-культурная площадка. Библиотеку номер 2 неспроста нарекли культурным центром поселка Трудовое. Здесь провели капитальный ремонт, завезли новое оборудование, установили самые современные сервисы и заполнили полки почти 20 тысячами книг. Новинки книгоиздательств в библиотеку поступают с такой же скоростью, как и в книжные магазины. После ремонта фонд обновился художественной литературой, детской и документалистикой. Отдельное внимание уделили экспозиции книг об авиации Приморья. Порядка 30% работающего населения поселка Трудовое так или иначе работает в авиационной сфере. Это объяснимо в силу близости аэропорта, авиакомпании, какой-то отраслевой такой специфики. И мы вместе с нашими, ну в данном случае партнерами авиакомпании «Аврора», здесь с ведущей, наверное, региональной авиакомпанией, создали такой небольшой музей авиации, который будет поддерживаться, культивироваться. Планируются встречи с людьми разных профессий, лекции, мастер-классы. На открытии уже выступил первый гость – старший пилот-инструктор Михаил Катрушенков. Работа, конечно, трудная, она все романтики много, все красиво, летаем, смотрим, небо, закат солнца, облака сверху, все по-другому, как земли. Но бывает очень трудно, бывает плохая погода, то есть если вы решитесь стать летчиками, то надо себя к этому готовить. На модернизацию библиотеки ушло 60 дней. Теперь она рассчитана для читателей всех возрастов. Есть компьютерный класс, бесплатный Wi-Fi и зал для мероприятий. А спустя некоторое время здесь могут открыть и кружок для авиамоделистов. По такому же принципу во Владивостоке работают еще 6 обновленных библиотек в разных районах города. Валерия Белоус, новости на Восьмом.